Студия «Коралл» представляет. Карайма Торос, Эдуардо Серано, Каридад Канелон в телевизионном многосерийном фильме «В поисках истины». Автор сценария — Хосе Игнасио Кабрухас. В фильме также снималась Америка Алонсо. Что ты говоришь? Как это я уйду из дома? Ты знаешь, почему ты уйдешь. Избавь и себя, и меня от необходимости вдаваться в подробности в присутствии стольких людей. Отведите сеньоров в мою комнату и соберите все вещи сеньора. От флакона духов до зубной щетки. Все. Хорошо. Ты не можешь со мной так поступить? Ты сошел с ума? Все закончилось, Карла. Все закончилось. Давай поговорим. Нам с тобой не о чем говорить, Карла. Хотя бы выслушай меня. А что ты мне скажешь? Очередную ложь? Все закончилось. Ты надругалась над самым святым, придумала ребенка. Это не имеет прощения, Карла. Кто тебе это сказал? Она? Она настроила тебя против меня. Виктория не имеет к этому отношения. Неправда. Это ее работа. Это она толкнула тебя в объятия кузена. Она придумала, что ребенок, которого ты родишь кузену, от меня. Это сделала Виктория? Карла, я пришел за тобой. У Анны Вирхинии было все. Она ни в чем не нуждалась. Почему она так поступила? Ушла из дома. Сеньора Маргарита, не смотрите на это так. Я неудачница. Моим единственным занятием было воспитание своих детей. Сеньор, если позволите, со всем уважением, какой грех совершила ваша дочь? Всего-навсего полюбила бедного юношу. Тебе кажется, это нормально? Девушка, ее положение... Я считаю, это хорошо, что она защищает свое право влюбляться, не думая о деньгах, о фамилии, о положении в обществе. Я вышла замуж за Раймунду, потому что он мне подходил. Этого от меня и ждали. Я бы никогда не пошла против воли родителей, даже ради самой большой любви. А разве плохо, что ваши дети готовы на все ради настоящей любви? Возможно, ты права. Но кто заставит Раймунду понять это? Я сказал правду, Хосе Игнасио. Ты не понимаешь, что говоришь, ты сошел с ума. Дорогой, идем в комнату. Но, Виктория, пойдем со мной. Ты хотя бы имей совесть и не отрицай, Карла. Я не хочу уходить. Это мой дом, а ты мой муж. Я твой муж, но ты ждешь ребенка от своего кузена. Это он так говорит. Карла, хоть раз в жизни скажи правду. Рано или поздно все бы раскрылось, Карла. Я не мог молчать. Ты ничего не понимаешь. Карла, я хочу, чтобы ты ушла из моего дома. Уйди из моей жизни. Я больше не хочу тебя видеть. Тебе понятно? Никогда. Никогда не думал, что буду заниматься этим. Какой дурной вкус. Заберите все коробки с обувью, чтобы ни одной не осталось. Пойду посмотрю, может, в грязном белье есть вещи сеньора. Вы продолжаете складывать, хорошо? Ты толкнул меня в его объятия. Твое невнимание. Это низко. Я была одинока, в отчаянии. Луис Энрике единственный давал мне немного любви. И так ты платишь ему за любовь? Ты объявила меня отцом его ребенка. Я ничего не собиралась говорить, даже не собиралась иметь этого ребенка. Что ты сказала? Я люблю Хосе Игнасио, несмотря на то, что между нами произошло. Ты знаешь, что я не могу жить без него. Привыкнешь, у тебя нет другого выхода. Между нами все закончилось, и это бесповоротно. Нет, Хосе Игнасио, пожалуйста, прости меня. Карла,
Прошу тебя, Луис Энрике, уведи ее. Откровенно говоря, не знаю, как ты можешь любить ее. Она тебя не заслуживает. Как ты жесток! Я отдала тебе свою жизнь. Не предъявляй мне счета, Карла. Насколько я знаю, я не привел тебя в этот дом мыть полы. Ведь так? У нас ведь было и хорошее. Ты меня любил. Любил, но так давно, что даже не помню этого. Единственное, что осталось, неприятный привкус. Я больше не хочу тебя видеть. Уйди. Почему папа такой сердитый? Проблемы с Карлой, дорогой. Странно, что он вернулся с грузовиком для переезда. Неужели папа и правда прогонит ее? Хосе Игнасио все вам объяснит потом. А сейчас лучше не вмешиваться. Это деликатная ситуация. Я никогда не любил Карлу. Но видеть, что она уходит вот так, мне даже жаль ее и немного стыдно. Что такого она могла сделать? Хосе Рафаэль, в свое время вы все узнаете. Карла плохая. Нет, Диего, она неплохая. Иногда я думаю, что бедняжка еще одна жертва. Жертва? Ничего не забудьте. Увезите все из моего дома. Это мы и делаем. Как приказано, сеньор. Заберите простыни, все простыни. И подушки, и матрас. Кровать тоже. Уберите отсюда все. Все. Идем, Карло, перестань унижаться, прошу тебя. Он не может так со мной поступить, прогнать меня вот так из дома. Если ты не пойдешь со мной, он отправит тебя с грузчиками, пойми. Нет, он не сможет. Это уже произошло, Карло, идем. Кто я, лампа, которая ему разонравилась, и он выбрасывает ее на помойку? Ты его обманула. Он тебе этого не простит. Я изменила от одиночества. Умоляю тебя, пожалуйста, уйдем из этого дома прямо сейчас. Прошу тебя. Херард, это одежда, которую я оставила для химчистки. Сеньор Кентано приказал собрать все ваши вещи. Вы не можете со мной так поступить. Уйдем из этого дома. Вы не можете со мной так обращаться. Я все еще сеньора Кентано. Ты больше сюда не вернешься, Карло, пойми. Этот дом уже никогда не будет твоим. Вернусь. Вы от меня просто так не избавитесь. Видите, комиссар, во всем этом есть что-то странное. Вы сами видели кассету, на которой Альберто и Иоланда. Это кассета из той эпохи, когда Альберто работал на фирму Кентано. Это был его последний полет. Откуда ты знаешь? Мой клиент Альберто Лосада сказал мне об этом. Комиссар, все предельно ясно. Это была месть. А Даниэла попала по ошибке. Целью была Иоланда. Понимаете? А наркотики? Не забывая о наркотиках. Наркотики были подброшены, комиссар. Это было частью того же плана. Вы должны провести детальное расследование на предприятиях Кентано. Ответ там. Но Даниэла и Альберто абсолютно невиновны. Ты очень упрямый. Ты забыл, что сам возглавлял расследование и ничего не нашел. Да, комиссар, но появились новые улики. К Альберту вернулось сознание. Комиссар, вы должны вернуть дело на доследование. Если Даниэла Мартинес невиновна, почему она не сдастся? Почему скрывается? Почему не предстанет перед правосудием? Но у нее нет гарантии, что справедливость восторжествует. Откуда ты знаешь, что она так думает? Я ставлю себя на ее место, это логично. Знаешь, что я думаю? Ты всегда прикладывала руку к тому, чтобы помочь Даниэле. Побег, предполагаемая смерть, и, возможно, даже ты помог ей стать другим человеком. Комиссар, если однажды я узнаю, что это так, я посажу тебя в тюрьму. Минутку, комиссар, мы говорим не об этом, а о возобновлении следствия по делу Даниэлы. Хорошо. Приведи мне Даниэлу Мартинес. Вручи мне Даниэлу Мартинес, и я возобновлю расследование. Увезите из этого дома все, что ей принадлежит. Действуйте. Быстрее. Хорошо, сеньор.
Так должно было быть. Справедливо. Это унижение. Сожалею. Ты правда сожалеешь? Да. Наверное, тяжело узнать, что у жены был любовник, а что у нее от него ребенок. Это не имеет прощения. Хосе Рафаэль и Диего в замешательстве. Да-да. Я поговорю с ними. Я оставлю вас. Виктория, прошу тебя. Мы с тобой. Что будем делать, ты и я? Что? Мы жить. Что еще? Я в тебя влюблен. Думаю только о тебе. Представляю свою жизнь с тобой. Сегодня. Сейчас. Что ты мне скажешь? Ты можешь полюбить этого неудачника, который стоит перед тобой? Ты можешь меня полюбить? Мой нюх подсказывает, что ты знаешь, где находится Даниэла Мартинес. Конечно, у меня нет доказательств. Вы не можете иметь доказательств, комиссар. Я уже давно ее не видел. Более того, вы установили наблюдение за мной и что-нибудь обнаружили? Нет. Подумай. Если Даниэла Мартинес невиновна, и правосудие ошиблось, пусть она сдастся. Я подумаю. Ты стал адвокатом. Я уверен, ты хороший адвокат. Давай договоримся. Если Даниэла Мартинес действительно невиновна, и ты сможешь это доказать, несмотря на случившееся, я доверяю тебе. Помоги мне, а я помогу тебе. Приведи ко мне Даниэла Мартинес, и я возобновлю расследование. Я не считаю тебя неудачником. А зря. Посмотри на меня. У меня ничего нет. Абсолютно ничего, что действительно имеет ценность. Только мои сыновья, Хосе Рафаэль и Диего. Диего. Его мне подарила женщина, которая меня ненавидит. Ты тоже ее ненавидишь? Сейчас я хочу думать только о том, что чувствуешь ты. Я мечтаю о жизни рядом с тобой. Хосе Игнасио, Карла только что ушла. Это неправда. Карла уже давно ушла из моей жизни. Просто сейчас она ушла из моего дома. Ушла навсегда. Хосе Игнасио, я не знаю, что сказать. Пожалуйста, повтори за мной. Что ты меня любишь. Что ты тоже хочешь жить рядом со мной. Хосе Игнасио. Папа! Я здесь, сынок. Уже поднимаюсь. Vamos a mi casa.
Поедем ко мне домой, родителям придется принять тебя. Не хочу. Я вернусь домой. Хосе Игнасио больше не хочет тебя видеть, он ясно сказал. Пожалуйста, останови машину. Ты поедешь со мной. Останови, я хочу выйти. Нет, сеньора, ты не выйдешь, ты будешь жить со мной. Хотя бы пока не родится ребенок. Оставь меня. Карла. Карла, ты в порядке? Ответь, Карла, ответь! Подожди, Карла, спокойно. Пожалуйста, остановитесь. Помогите, моя жена беременна. Помогите. Хосе Игнасио, я страстно желаю тебя, и это правда. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Ты не можешь что-то испытывать к этому человеку. Вспомни, что он сделал с тобой, с Альберто, с Иоландой. Не знаю, могу ли я быть сильной. Смогу ли я быть сильной, когда он рядом со мной? Мои чувства побеждают. Здравствуйте. Разрешите? Я медсестра, которую нанял сеньор Кентано для ухода за сыном. Пока эта девушка останется здесь. Ну вот, все в порядке. Альберто, я какое-то время побеспокою тебя, ладно? Сколько угодно. Это твой дом, Маркос. Я бы сказал, это общий дом. Я согласна с Маркосом. Мама, куда ты пойдешь? У меня есть дело. Я провожу тебя до проспекта. Мне нужно сходить к сеньоре Ольге. Поторопись, а то я опаздываю. Только возьму сумку. Как ты себя чувствуешь? Тебе немного лучше? Да. Спасибо, сеньора Амалия. И не беспокойтесь, я ненадолго. Сколько понадобится? Об этом не волнуйся. Спасибо. И еще я хочу сказать, если что-то понадобится, вы только скажите мне. Раз ты так говоришь, мне нужно уйти, я не знаю, когда вернусь. У Беатрис тоже дела. Я прошу тебя об одолжении. Ты не могла бы приготовить обед? Что-нибудь простое? Да, конечно. Спасибо тебе. Идем. В случае чего, спроси Маркуса или Альберто. Они знают, где что лежит. Маркус, веди себя как следует. Хорошо, мама. Присмотри за Альберто. Вдруг ему что-то понадобится. Не беспокойся. Пока. Кухня там? Дети, я должен все объяснить. И постараюсь быть как можно честнее. Вы присутствовали при очень неприятной сцене. К несчастью, я не мог поступить иначе. Теперь Карла ушла и больше не вернется. Что случилось?
Дело в том, что иногда умирает то, что объединяет двоих. И тогда эти люди становятся чужими друг другу и начинают причинять друг другу вред. А что она сделала? Нет, Диего, не она одна. Думаю, мы оба виновны. Мы просто разлюбили друг друга. Это же произошло и с моей мамой. Ты ее разлюбил? Нет, нет. С твоей мамой все было иначе. А что было с мамой? Знаешь, я отвечу на все твои вопросы. И все тебе объясню. Но в другой раз. Нас ждет продолжительный разговор. Но не сегодня. Папа, что теперь будет с Карлой? Доктор, как сеньора, которую я привез? Вы ее муж? Скажем, я ее друг, ее кузен. Ну какая разница? Я хочу знать, как она? Сеньора в порядке, она вне опасности. Наложили несколько швов на лбу, ей ничего не угрожает, но... Но что? Сеньора была беременна? Я знаю, что случилось? Сеньора потеряла ребенка. Я в тебя влюблен. Думаю только о тебе. Представляю свою жизнь только с тобой. Сегодня, сейчас. Что ты мне скажешь? Скажу, что не смогу совладать с тобой. Ты придешь, и я не смогу тебя оттолкнуть. Виктория. Поговорил с сыновьями? Да. Хотя мне еще предстоит разговор с Диего. С Диего? Да. О его маме. Виктория, я хочу, чтобы ты была готова к 20:00. Мы уйдем. Сегодня вечером? Да. Мы уйдем. Ты и я. Маркус, может, ей нужно помочь? Я предложил. Она не хочет. Анна, тебе что-то нужно? Только скажи, где кастрюли. Зачем? Что ты делаешь? Не спрашивай, скажи, где они. Под мойкой. Я сама найду. Хорошо, как скажешь. Что ты будешь готовить? Думаю, суп. Суп. Суп из чего? Из чего угодно. Здесь есть кулинарная книга? Книга? Думаю, мама есть. Вон в том ящике. Мне кажется, сначала ты должна налить воду в кастрюлю. Уйди, пожалуйста. Я тоже. Оба, или я ничего не буду делать. Хорошо, идем. Только не взорви кухню. Ладно? Вода. Вода, и что еще? Боже мой. Сеньора Амалия, простите, что заставила вас ждать. Сегодня у меня было столько проблем. Не беспокойтесь, я знаю, поэтому и пришла сюда. Анна Верхиния в моем доме. Как в вашем доме? Я сразу пришла сказать вам об этом.
чтобы вы не волновались. Минутку. Почему Анна Верхиния в вашем доме? Она пришла к моему сыну, своему жениху. Жениху. Не понимаю. Сеньора Маргарита. Маркос Мартинес влюбился в Анну Верхинию. Это мой сын. Я бы умер, если бы с тобой случилось что-то серьезное. Хочу сказать, если бы ты была в опасности. Я не знаю, что говорю. Я в порядке. У меня ничего нет, кроме раны на лице. Думаю, авария принесла больше осложнений. Что может быть хуже, чем быть выброшенной из собственного дома? Есть вещи похуже. Какие? Ты меня не любишь? Нет, Карла, это невозможно. Так что же? Ты потеряла ребенка? Нет. Да, дорогая. Судьба отняла у нас наше сокровище. Вы давно об этом знаете? Я знала с самого начала. Сеньора Маргарита, я сделала все возможное, чтобы прекратить этот роман, но не смогла. Я боялась. Наверное, я казалась вам глупой, когда говорила о свадьбе Анны Верхинии. Я вас даже попросила сшить подвенечное платье. Думаю, мы обе заблуждались. Тогда я жалела сына, я думала, что он придумал все это, что это неправда. Анна Верхиния всегда знала, что мы не допустим подобного мезальянса, и тем более такого брака. Я сделала все, что смогла. Но знаете что? Жизнь подтверждает, что любовь свободна. Она не верит в страхи, в доводы. Поэтому я здесь. Я не хочу, чтобы наши дети страдали. Что вы имеете в виду? В моем доме у вашей дочери будет все. Крыша над головой, еда, любовь. Она будет пользоваться уважением, которое заслуживает сеньорита. Давайте попытаемся понять их и помочь. Я не согласна с решением Анны Верхини, но не хочу, чтобы она страдала по моей вине. Раз она так решила, мне придется согласиться. Теперь я могу быть спокойней. Сеньор Амале, спасибо. Алло? Алло? Луис Энрике? Луис Энрике? Что случилось? ¿Qué está diciendo? О чем ты говоришь?
Нарезать морковь способом Хулианы. Хулиана. Кто такая Хулиана? Ладно, главное, чтобы морковь была нарезана. Что случилось? Ничего. Как дела? Хорошо, я уже положила морковь, юку и ньям, и понемногу других овощей. Овощей. Ну, конечно. А соль? Конечно, соль. Соль по вкусу. Это главное. Я поняла, что соль – основа вкуса. Да, конечно. Я всегда так делаю. Хочешь, я тебе помогу? Нет. Что ты читаешь? Гороскоп. Ты в это веришь? Мне нравится, когда пишут, что у меня все будет хорошо. Послушай. Вас ждет бурный период. Об этом можно не писать в гороскопе. Но исход зависит от вас. Нужно быть настойчивой и бороться. Об этом тоже не нужно писать в гороскопе. Но это правда. Я должна настаивать. Я знаю, что нужно делать. Алло. Кто? Жираф. Да, мы давно не виделись. Я хотела спросить, вы все еще заинтересованы в том проекте, о котором говорили мне? Помните? Жираф. Ну, конечно. Но сейчас? Если вы заняты, нет проблем. Я позвонила, потому что почувствовала, что должна поговорить с вами. Мне так показалось. Почувствовала. Конечно. Почему нет? Может, ты поднимешь мне настроение? Что вы сказали? Мне показалось, что... Увидеться? Сейчас? Да, знаю. Я не опоздаю. До свидания. Что случилось? Гороскоп прав. Все зависит от меня. Пойду переоденусь. Помни, о чем я сказала. Соль – основа вкуса. Соль. Основа вкуса. Здравствуйте. Можно? Какая ты красивая, Виктория. Серьезно? Правда, Анхелес? Да. Спасибо. Как Диего? Все в порядке? С ребенком все хорошо. Он быстро поправляется. Ты уходишь? Да, дорогой. С папой? Я тоже заходил попрощаться с ним. Он был очень элегантный. Ты обижаешься, что мы уйдем? Куда вы пойдете? Дорогой, у нас деловая встреча по работе. Хорошо. Пока, дорогой.
Ангелис, хорошенько за ним смотрите. Идите спокойно, ребенок будет в порядке. Виктория, где ты? Почему не спускаешься? Сегодня ты станешь моей. Готова? Думаю, я никогда не буду готова. Идем. Диего, на что ты смотришь? Папа ушел с Викторией. Она же тебе объяснила, у них деловая встреча. Ангелис, я люблю Викторию. Но знаешь, что со мной? Что с тобой? Сейчас, когда папа один, я хочу, чтобы к нему вернулась мама. Ты должен был позвонить мне сразу. Я позвонил тебе раньше других. Но смог это сделать только когда мы оттуда ушли. Я был не в состоянии говорить. Ладно, потом посмотрим, как все уладить. Отведи Карлу в комнату для гостей. Твой отец неважно себя чувствует. Он может появиться в любой момент. Иди. Куда ты собрался? По делам. Раймундо, ты не можешь уйти. Тебе нужно показаться врачу. У меня есть обязанности, и я не откажусь от них. Это все ерунда. У тебя боли в груди, это серьезно. Я ответственный человек, Маргарита. До свидания. Осторожно, дочка. Маркус, пожалуйста, помоги ей. Не видишь, она не справляется. Хорошо, поставь там. Готово. Что еще? Больше чего, дочка, садись. Посмотрим, как готовит моя принцесса. Как красиво! Моя принцесса! Надеюсь, вам понравится. Цвет хороший. Из чего он? Я положила всего понемногу. И соль по вкусу. Запах приятный. Это по рецепту Хулианы. Хулиана? Хулиана. Приятного аппетита. Маркус, принеси воды. Простите. Я старалась сделать как можно лучше. Мне тоже воды. Как Карла? Я дал ей успокоительное. Она уснула. А ты, сынок, как ты? Я еще ничего не осознал. Все произошло так быстро. Беременность, несчастный случай, потеря ребенка. Я сожалею, Луис Энрике. Мне так жаль всех нас. Это же был мой внук. Это моя ошибка, мама. Все меня предупреждали. Анна Верхиния, ты, папа. Но я не хотел вас слушать. Мне так больно. Мама, я... Я
Хочу попросить прощения у тебя и у папы. Я причинил вам столько боли. Ради чего? Прости, что снова привел Карло в этот дом. Но мне некуда было ее отвезти. Ей так плохо. Это было ужасно, мама. Я был один в машине, и она как сумасшедшая. Я ничего не мог поделать. И потерял ребенка. Я не смог этого избежать. Желаю приятного вечера. Подожди меня здесь. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне нужен номер люкс. Конечно. Запишите свои данные. Боже мой, что я делаю? Это безумие. Как я дошла до такого? Llevo tu imagen en mis pensamientos, siento tu perfume que rodea mi cuerpo, llevo tus recuerdos todavía muy dentro.